Алло, привет, мамуль. Хочу сказать, что я гей, и у меня есть парень. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я вместе со своей подругой Лианой. Привет! По совместительству с моей соведущей снимаем 5-й выпуск шоу «Бутылочка». Ух, сегодня будет жарко, у нас такие активные участники, просто это не сейчас сидят спокойные, а за кадром это были прям такие громкие, веселые подвижные ребята. Ребята, как тиктокеры, так и блогеры, и... Я уверена, этот выпуск будет особенно крутой, поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на наши инстаграмы с Лианой по ссылочке ниже в описании, ну и, соответственно, пишите жесткие задания в комментарии, которые вы хотите, чтобы участники выполняли в 3-м туре. Ну а прямо сейчас вы услышите правила шоу. Чтобы выиграть, ребятам нужно пройти 3 тура, в каждом из которых участники крутят бутылочку и целуются. Вначале просто чмокаются, но потом их ждут усложнения. Посмотрим, кто сможет дойти до конца и поцеловаться по-взрослому. Обязательно досматривайте до 2-го тура, чтобы узнать, кто же находится под масками. Ну и теперь настало время познакомить вас с участниками сегодняшнего выпуска. Ребята! Я же говорила, они громкие. Ну и теперь настало время услышать правила 1-го тура. Участники по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать. Для начала просто чмок в губы. Если участник отказывается от поцелуя, то он вылетает. Ну что, по традиции выбираем? По традиции выбираем, Ляночка, давай я предоставлю эту возможность тебе. Как ты думаешь, кто должен крутануть сейчас бутылочку? Ну вот мальчик в зеленой балаклаве, который, да, вот ты. Давай он. Давай. Давай. Окей. Ну что ж, начинай. Поехали, с этого начинается наш круг по часовой стрелке. Да. Да, мы как обычно привстаем, наблюдаем. Мы за всем наблюдаем, очень активно. Итак. Ой, ничего себе, какие быстрые у нас ребята. Такой крутой поцелуй, мне нравится, отличное начало. Давайте дальше. Я кручу, понимаю. Ужас какой. В предвкушении, в общем-то. Ой-ой-ой. Опа! Девочки, вот девочки всегда очень легко это делают. Прям типа такая, подружку поцеловать. Фигня вообще. Хоть бы не пацан, и сейчас будет пацан. А я говорила! А, или не пацан, а пацан. Почему я все время думаю, что попадается пацан? Супер, продолжаем. Ой, кайф, давайте дальше. Крути, дорогая. Та-дам. Итак. Опа. Опа, человек, прекрасный оператор. Ну-ка. Это был очень красивый поцелуй. Красавчик. Крутите барабан. Чувствую себя Якубовичем. Не барабан. Да? Ребят, слышали, что мне сейчас сказали? Это мой бывший, кстати. Реально? Офигеть. А что не настоящий? Я думаю, что такой поцелуй? Мальчик и мальчик. Почему мальчик? Чего? В смысле? На тебя показывают. Нет, на него, на его подушку. Алло, на его подушку. На парня, на парня. Парня, на парня. Нет. Ребята, это делали до вас все. И напоминаем вам о том, что вам дается минута на раздумье. Ребят, ребят, это классно. Просто попробуйте. Давайте, ребята. Я не знаю. Ну что, пацаны? Давайте, давайте, давайте. Это шоу-бизнес. Все, давайте. Только сделайте шоу хорошо, бизнес. То будете еще один дубль. Быстро и продолжаем. Да, если вы сейчас нормально не поцелуетесь, то... Друзья, быстрее время идет. Через балаклаву нищетово. Просто через руку тоже нищетово. Я отказываюсь, да, я отказываюсь. Все, ты вылетаешь? Серьезно? Хорошо. Да, я вылетаю, да. Тогда снимай балаклаву, покажись нам. Всем привет, ребятки, ваш скандалист вылетает. И всем пока. Подписывайтесь на ТикТок, Инстаграм. До свидания. Спасибо за участие. Пока-пока. Наконец-то мы сядем нормально. Кажется, ребята рады, что минус один человек. Кстати, ребятки, это первый человек за 3 выпуска, который вылетел в 1-м туре. Да, наконец-то. Это клево. Это радует. Да, но какая-то динамика. Ну да, может быть. Как-то интересно. Продолжаем. Дорогие, нас уже 9 человек. Бутылочку вы ее заколдовали? Да, бутылочку мы сегодня снимаем 3-й выпуск. И бутылочку сколько она людей переслала. Девочки такие, ну что? Вы бы видели лицо мальчика просто в балаклаве. Они что, поцеловались, правда? Как будто бы у него день рождения, знаешь, он такой, вау. Это все мне? А за что? Так медленно, братан. Ну что?
мой, вы же мои милашки. Давай. Ну, видишь, он очень хочет крутить. Дорогой. Молодцы. Чувствую себя Розой Гузеевой, не иначе, реально. Всех хочется пожениться. Розой Гузеевой? Ну, Роза Гузеева, а уже интересно звучит. А я Роза Гузеева. Ну все, целуйтесь. Молодцы. А ты не ревнуешь, когда видишь, что твой бывший целуется с другими девочками? Ты будешь его искать сейчас. Да? Ревнуешь? Да я сам себя ревную. Я понимаю, хорошо. Я сам себя ревную, говорит. Ну-ка. Ты можешь сама выбрать, потому что там посередине. Да, там прям выбирай посередине. Серьезно? Ну, естественно, выбираем, что попроще, две желтые блоклавы у нас. Что за милота? Итак, у нас завершился первый круг. Поэтому, дорогие мои, предлагаю услышать правила второго тура и напомню, что в первом туре у нас уже выбыл один участник. Участники снова по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 5 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен будет снять один элемент одежды, чтобы пройти в следующий тур. Если участник отказывается делать и то, и другое, то он вылетает. Ну что, дорогие мои, предлагаю вам уже снять балаклавы и посмотреть, кто с кем целовался. Давайте, очень, очень интересно. Интересно. Ваши реакции посмотреть. Так. О, боже мой, да ладно. Блин, это... вообще так неожиданно. Блин. Нет, я тебя где-то видел, кажется. Вот да, мы гример сидели. Немножечко самолюбования. Давайте крутить бутылочку, да. Кто ты хочешь, чтобы начать? Давайте я все-таки выберу участника, с кого начнется круг во втором туре, и это будет парень в белом худи. О, давай. Только не промахнись. Только не промахнись. Да. Итак, как вам такое? Целуемся или снимаем элемент одежды? Очень неловко, что тут есть бывшие друг другу молодые люди. Он либо снимает, либо целует тебя. Ну, ты либо снимаешь элемент одежды, либо целуешься. 5 секунд. Ну. 5 секунд по-взрослому. Ну, целуй. Давайте. Твое задание. Садись. Я додумал. Давай, давай, давай. 5 секунд, пожалуйста. Брекеты нормальные, типа? Нормально. Вы смотрите, не прицепитесь друг к другу. Не, у меня пока что. А, у тебя нет. Все, окей. Пока что. Тогда не проблема. Все, поехали, ребят. Целуйтесь. Давайте. На счет 3-5 секунд. Раз, два, три. Что я смешного сказала? Это не смешно к другу тянуться. А, все, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Супер, молодцы. Ух, такие все отлично. Что? А цене? Расскажи, как он целует. Да, по 10-бальной шкале. Я почувствую себя помидором. Помидор? Лучше, чем бывший. Окей. Слушай, ну у тебя есть шанс его научить. Может быть, вы попадете друг к другу еще разочек. О, как это мило. Ну, продолжаем. Что? Крути. По часовой стрелочке теперь ты. Я после расставания такой шальной стал. Тебе везет сегодня. Тебе везет сегодня. Это твой день. Не, вообще не считать, потому что космос. Нет, как это не считать? Ну так и что? Куда показала бутылочку, туда я показала. Так что прошу вас. Что ты делаешь? Снимаешь элемент одежды или нет? Целуешь. Возьми как-то. Целуйся. Давай, 5 секунд. С кем тебе нужно целоваться еще раз? Отлично. У тебя брекеты. Прекрасной персоной. Нет? Нет? Все. Давайте. Черт, у кого-то есть брекеты? Раз, два, три. Только не облизывай меня. Хорошо. Ну это не ловко, не надо то. Раз, два, три, четыре, пять. Так, принцесса, теперь ты оцени поцелуй. Из 10? Да. Ну, 6. Окей. А ты какой так помидор? А ты какую оценку ей дашь? Видимо, нет. Да. Восьмерку? Научился, да-да-да. Научился. Восьмерка, ты молодец, ты все делаешь хорошо, не переживай. Ну-ка. Ляна проверяла. Нет, я не проверяла. А у вас на выпуске пацаны прямо целовались засос? Да, конечно, каждый выпуск. Да. Так что, прошу вас. Так что вы следующие. Не-не-не. Не-не-не. Как
раз таки речь о чем и шла. Это карма, дорогой мой. Целуйтесь. Целуйтесь. Ну, давай типа я... Стоп. Ради уважения к тебе я начну раздеваться, брат. Все, отлично. Ты хочешь поцеловать его раздетым? Спасибо. Это после съемок, типа. А сейчас я просто сниму. Окей, давай. Все. Носки же считаются, да? Нет. А что считается? Считается элемент одежды. Носки аксессуар не считается. Дай кому-нибудь камеру, да. Ты снимай пока. Вопрос, а если я без трусов? Хуёво. В чем проблема, что я тебе сказал? Ну, если мне придется два раза снять. Тебе просто было интересно узнать, что если ты без трусов. Если два раза мне придется снять эту футболку, допустим, кофту. Так всего у нас один круг на раздевание. Один круг и один элемент одежды. Ну, теперь мы знаем, что ты без трусов, то можешь снять штаны, в принципе. Окей, Карина. А Карина такая, вообще там не видела. Я что-то не знаю. Знакомы. Она недалеко. Два, три, четыре, пять. Мы даже не успели просто увидеть, а уже начали целоваться. Про тебя переключиваем. Давай. Да нет. Это тебе за меня. Блин, слушай, ну это, мне кажется, это судьба. Братан. Снимай что-нибудь. Что-нибудь. Пожалуйста. Окей. Я так и знала, это скучно. Почему? Это жульничество. Да. Все надевают... Это просто зима, наверное, поэтому они... Я уверена, в следующих выпусках ребята, которые будут знать, на какое шоу идут, будут надевать, да, по 10 элементов одежды на себя сразу. Хотел второй надеть. Крути. Ну, такая поспала немножко. Да. Итак, так, у нас опять, нет? Ну, непонятно. Ну, тут ты. Если посередине, то ты сама можешь выбрать, кого целовать. Или раздеваться, как тебе хочется. Давайте перекрутим. Нет, нельзя перекрутить. Ну, хорошо, давайте с Рианой. Ну, давайте. Стойте. Стоп. 3 секундочки. Раз, два, три, четыре. Пять! Молодцы, девочки! Вот девочки вообще без проблем все делают, ребят, я уверена, вы это поняли уже сразу. Что, поехали? Давай, крути! Так, и... Это вот это прикол, блядь! Все, твоя очередь. Что ты делаешь, а? Ну что, ты снимаешь элемент одежды или... Ты можешь доказать нам, что ты без трусов, ну, чтобы... Он доказал. Не зря. Почему? Можешь доказать. Еще придет время. Окей, договорились, хорошо. Продолжаем. Когда крутим, мне хочется какую-то песню петь, типа крутим, далекое село, я не знаю почему, это в моей голове. Давайте, 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять. Это было очень просто жаркое начало. И завершаем круг принцессой с красивым маникюром. Опа. Ну давайте. Раз. Подожди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Супер, молодцы. Итак, ребятки, второй тур у нас окончен. Теперь вы можете услышать правила третьего тура. Поехали. Также по очереди участники крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 10 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен выполнить жесткое задание, чтобы выиграть. Ну что, Леночка, выбирай того, с кого начнется круг третьего тура. Ага, я, да, сегодня плохой полицейский. Ну... Ну, давай с тебя, ты так смотришь на меня. Крути. Ладно. Лапки убираем. Что тебя так заинтересовало в баночке? Да, я просто понимаю, что там будут очень жесткие задания. Так, ну что, смотри, я бы на твоем месте выполнила бы задание. Потому что там что-то интересное, новое, необычное. Да. А здесь, ну, просто поцелуй. Ты же уже целовалась с девочкой. Да? А сколько заданий можно брать? Хорошо. Сколько заданий можно брать? Одно задание, мы же по кругу. Ага. Одно. Ты хочешь много? Итак, читаем задание. Давай, что там? Засунуть язык в уху человека слева на 5 секунд. Да? Они у меня все нормальные. Ну, хоть на этом спасибо. Тебе повезло, что это девочка. Да. Да. Вот тут согласна. Да, ну мы...
Нет, хочешь, можешь и ему в ухо засунуть. Я сегодня ревизора. Ушной. Что, итак, да? Выполняем. Пытайся прям до мозга достать. Ну давай, мы будем считать до пяти. Давай. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец! Супер, молодец. Умничка. Ой, мне кажется, надо поддержать и всем начать задание. Да? Ну, крути. Ну, ну ладно, крутанем пока. Странная спальня. Спасибо. Не, ну как бы... Может быть, это все равно. Йоу. Да. На кого? На девочку, как я и сказала. Ну что, поддержишь предыдущую участницу? Если я узнаю задание, я могу потом отказаться? Нет, в этом смысл. Либо ты смелая, и ты выбираешь задание, и уже идешь до конца. Либо ты идешь по лотому. 10 секунд, по-взрослому, поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, ну, супер. Ну, теперь по 10-бальной шкале. 10. Женская солидарность. А ты сколько поставишь? То же самое. Ага, ну вот, девочки все решили честно, не отвечать на вопрос. Девочки умеют целоваться, в отличие от мальчиков. Как ты откуда знаешь? Карин, не палилась, не палилась. Это вообще-то юмор был. Ну что, крути. Вот я знаю, что этот мальчик смелый, он точно выберет задание. Как ты думаешь? Да, мы тоже так думаем. Честно, честно, да. Вот не могу сказать. Итак, на кого? Я предлагаю тебе выбрать задание. Давай задание. Это намного интереснее, чем просто поцелуй. Тем более она тебе поставила уже шестерочку, да, или сколько? Че с ним целоваться еще раз? Ну да. Все, я тяну? Ладно, давай. Давай. Какое оно длинное, сейчас. О, мое, ничего себе. Там вообще жесть. Ты не волнуйся. Прости, зай. Поцеловаться с парнем в засос, на которого указала бутылочка, ну, надо будет крутнуть еще раз, и выложить в сторис Инстаграма с подписью «Я долго тебя искал». Блять. Ну, или искал. Это такая фантазия подписчиков. Я так и знала, что будет такое задание. Ну, я... Не, ну надо было выбирать меня. Нет, я правильно понимаю, что либо с девушкой, если это парень? Девушка. Ну да, конечно, конечно, конечно. Ну, либо с девушкой. На кого попадет бутылочка? На кого попадет бутылочка? Да. Крути, тебе сейчас и повезет, попадет на девочку, и ты выложишь в сторис, в инстаграм, как ты с ней целуешься с подписью «Я долго тебя искал». Если попадет мальчик, то ну что ж. И либо ты можешь вообще отказаться сейчас от задания. Ну да, если тебе, для тебя если это мальчик. Если ты не так не сможешь это выложить. Сколько у тебя подписчиков в инстаграме? 1500. 1500 человек. Ну, сторис смотрит человек 250. Ну, ничего страшного, я думаю, вообще не будет. Мама не спит? Да? Ну все. Ну что, ты согласен выполнить это задание? Ну, хотя бы крутит не бутылочку, узнаем, на кого попадет. На девочку или на мальчика? Давай. На всякий случай покажу, что тут действительно было написано это. Я никого не обманул. Ничего не поменялось вообще. Ну что, все. Получается, вам нужно просто поцеловаться, тут даже время не указано, кстати. Просто в засос поцелуйтесь, мы вас снимем на видео, и ты выложишь в сторис, что я всегда тебя искал. Вот. Можешь не отмечать, пожалуйста. А, давайте телефон. Что, ты согласен? Давай. Да, давай свой. Давай, давай твой телефон. Нет, я к себе выложу, что я долго тебя искала. Ну что, ты согласен? Все, по ходу дела, да. Давай. Согласен или нет? Давай мне телефон. Давайте. Я фильтрик выберу, чтобы было красиво. Подарки. Ой, да, вот это фильтр, офигеть. Давай я сниму, чтобы не было. Даже давай, сейчас. Они просто лицо. Я пытаюсь найти фильтр. А, вот, хороший. Ну, как раз будет с песенкой. Да ладно тебе, что ты надеешься? Давайте на нейтральном отдельном фоне. Конечно. Давайте, идите туда. Давайте. Давай, может, я их сниму? Я уже прикольно зажигать. Садись просто вот сюда. Ты снимаешь, как они снимают телефон. Давай ты будешь моего телефона снимать. Да. Ну, давай секунд 5. Давайте раз, два, три. Манго. Все, было. Снимай, как я буду выкладывать. Респект. Я долго тебя
и скал. И сердечко. Да, и сердечко. Я отвечаю, не какая-нибудь тёлка, которая мне нравится. Давайте еще красивенько. Давай еще красивенько оформим, да. Ты передумал? Да ладно. Ты чего боишься? Там кто-то тебе нравится смотрит? Да, вот так? Супер. Все, я долго себя искал. Не переживай. Ждем, когда история выложится, и показываем подписчикам, что история у нас сейчас будет выложена. Все, телефон мы тебе не отдадим, пока ты не закончишь съемки сегодня тут. Потом на самом деле это очень милая история. Посмотрите. Это просто офигенная история. Мастер снимает. Я хочу отказаться. Почему? Что случилось? Нет, не могу тут оставить историю. Ты хочешь удалить историю и покинуть шоу? Серьезно? Все хорошо, ладно, Лян, удаляй. Ладно, давай я удалю. Все хорошо. Ну ты можешь сам удалить, я не знаю пароля, к сожалению. Вы понимаете, что люди все равно посмотрят это шоу и увидят это? Кстати, не это будет шоу. Чем увидят в Инстаграме. Окей, у нас вылетает второй участник. Ты молодец. Ты молодец, правда. С ней долго боролся. Ты клевый. Пока-пока. Ну что, круг у нас сузился, продолжаем крутить бутылочку по часовой стрелке. Там не разговаривай, пожалуйста. Ва. Либо задание. Я Ну что, целуемся тогда. Ну что, целуйтесь. 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10! Так, я хочу услышать оценочки. Как вам? Как тебе поцелуй? На девятку, думаю. На девятку? А тебе? Восьмерка. Неплохо, неплохо. У нас, возможно, пара. Ну что, крути. Сейчас ты мальчик. Нет. Активно хочешь поцеловать другого участника? Да. Я хочу задание. Задание? Да, чувак. Окей, хорошо. Классно, давай. Задание опять у нас не короткое. Позвонить маме или папе и сказать, что ты гей. Класс! Я папе наберу. Да, папе отлично. А как папа может отреагировать? Он тебя толерант? Бля, нет, папе нет. Давай папе, давай. Звони папе. Маме. Нет, папе. Давай папе. Первое слово. Не, просто папа сразу выкупит, что я типа где-то снимаюсь. А, да? Ну давай, если папа выкупит, то маме. Да, папа просто сразу типа. На громкую связь. Да, на громкой связи. Давай, громкая связь. Для тебя это сложное или простое задание? Простое, на самом деле, очень. Простое, окей, да? Хорошо, кому как. Можете дать просто типа какой-то... У тебя толерантные родители? У меня родителям похуй просто. Окей. На топ, типа, кто там, что там, кого там. Алло, привет, мамуль. Привет, Паша. Ты занята, нет? Нет, домой еду. Я не отвлекаю тебя? Ты в машине сейчас, да? Нет, не в машине пока. Пока что в трамвае. Ага. Слушай, разговорчик есть небольшой, типа минуты на две, на три. Вот, мне надо кое-что сказать. Ну? Короче, я слегка устал уже скрываться, типа, и все это порядком мне надоело. Вот, в общем, хочу сказать то, что я гей, и у меня есть парень. Вот, поэтому я расстался с Рианой, типа, потому что у меня появился мальчик. И он сейчас со мной, я приведу его вечером, и мы познакомимся. Вот, если ты не против. Приводи, сынок. Вот, его зовут Олег. Ну, собственно, мы с ним познакомились, типа, в Корее. Вот, еще давно. Так. Угу. Вот, да. В общем, приведу сегодня своего дружка, познакомиться. А почему ты решил это вот прямо сейчас, пока меня нет, чтобы не так страшно было? Да, чтобы не так страшно и типа просто, ну, надо, мамуль, я принял решение. Вот, все, больше не могу скрываться. Ну, не могу. Че ж тебя так колбасит, да? Ну вот, надо за Атараксом съездить. Да, ну есть. Вот. Ну что, вечером, собственно, приду с Шардоне и своим мальчиком. Угу. Вот. А папе ты уже сообщил? Ну, папе скажу чуть попозже. Сначала мы это разберемся. Вот. Угу. Потом, да, потом скажу пока. Чуть попозже. Вот. Ладно. Давай до вечера, до встречи.
Давай, мамуль, пока. Просто хорошо приводи! Я официально могу заявить, что это самая лучшая мама на всем белом свете. Просто самая лучшая. Просто окей, приводи. Просто мам, я гей, хочу познакомиться с своим парнем. Да я уже такое смирилась. Блин, это очень круто, капец. Кажется, она просто подозревала. Ну что, кто у нас следующий? Ты молодец. Ой, это было очень круто, ты молодец, правда. Было очень правдоподобно. Прям здравия. Давно хотел признаться, вот повод. Олег, да, тебя же зовут? Может быть, все-таки сходишь на ужин вечером? Не, его зовут не Олег. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ваня. А, Ваня, может быть, все-таки сходишь на ужин? Я думал, да? Ну ты подумай. Ну что, кто тебе попался? О, кстати, у нас тут пара уже образовала. Кто тебе попался? Ну что ты хочешь, может быть, задание выполнишь? Да. Узнаем, или что-то. Все-таки поцелуй? Нет, я думаю, что все-таки поцелуй. Хорошо. А может, поцелуй задание, да? Так можно было? Ну, если вы захотите. Целуйтесь тогда. 10 секунд. Давайте, поцелуй. Поехали. Соситесь. Раз, два, три, четыре. Как красиво. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Это очень красиво. Это было так мило. Красивое завершение. Да. Ты не завидуешь? Это сейчас я буду ревновать. Завидую, сижу. Вообще прям лян. Ну что, кто у нас следующий? Я. Да. Да. Получается. Ну ладно. Блин, да, давай. Да. У тебя была помада? Итак. Кто тебе попался? Там ты можешь, выбрать сам. Выбирай либо первую девочку, либо вторую. Либо задание. Давай задание. Чувак, задание это намного интереснее. Я боюсь, они вынесут. Нет, ты что, у тебя точно получится. Давай. Мы тебя все поддержим. Смотри, я выбрала маленькую бумажку, но они что-то тоненькое. Ну все, он выбирает поцелуй. Нет, точно? Точно. Это так попсово. О, какое простое задание — получить $1000. Я на это не поведусь. Все, давай, поцелуй. А мне выбрать кого-то одного? Да, да, задание легкое. Можно да. Двоих сразу. А втроем можно? Кто не Слушайте, хочет сразу, можно. Скажите. Хотите втроем? Я хочу задание. Давайте вы реально поцелуйтесь втроем, это будет очень прикольно. Давайте. Давайте, это будет Например, очень прикольно. Например, один парень целует девочку в губы, другая обоих их, там, например, в щеку или еще куда-нибудь. Один с одной 5 секунд, и с другой 5 секунд. Вот так. О, неплохо. А? Да, супер, а? Давай. Вы хотите по 5 секунд? Окей. Нормально такой джекпот. Да. Выбирай сразу. Да, давайте, давайте, ну, прикольно. Давайте. Поехали. Давайте. Поехали. Задание на счет три. Врага. Раз. Сейчас, на счет три. Раз, два, три, да. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий. И сразу. Давай. Ты же понимаешь, да, что ты косвенно еще и ту девочку поцеловала. Давай, окей. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. У-у-у! Молодец. Это было идеально. Красота. Это было красиво, это было круто. Это было эстетично. Это же был не первый такой поцелуй. Поцелуйное лишение девственности. Ты до этого целовалась с девушкой? С девушкой, да. До этого шоу. Ну, значит, не считается. Look at this. Интересно. Ну что? Продолжаем. Кого? Я выбираю задание. А на кого тебя попало? Я не помню даже. На тебя? Да. Куда? А почему? У вас какой-то конфликт? Нет. Нет. А почему так явно ты выбираешь задание? Потому что я хочу задание. Да, задание — это круто. Сделать эротический массаж тому, на кого укажет бутылочка. Какой массаж? Эротический. Бутылочка. С массажем или без? И можно без. Бутылочка указала на парня, который... Так, ну типа, а это... Она крутит и на кого указывает? Нет, уже указала на тебя. На кого покажет бутылочка? Ну ты хочешь перекрутить? Ну давайте, давайте, давайте. В целом, если ты хочешь перекрутить. Ну что, девочки, просим вас на массаж. Доктор Карина Аракелян приглашает. Пожалуйста, наш кабинет. Давай, Лян, с секундомером тогда сразу. Давай, давай. Примерно минутку, да, давай сделаем. Давай. Ну, сесть просто и помассировать. Как это еще должно выглядеть? Это самое приличное место, наверное, да? Так у меня ложится Каринечка. У нас такая атмосфера домашняя. Релакс, да, в пижамках, на кроватке. Ну что, погнали? Раз. Давай. Два. Два.
три. Давай. Поехали. Давай, как-нибудь страсть. Как будто делает это каждый день. Реально, как будто бы уже сегодня это делаешь. Смотри, какая красота. Когда ты шлепаешь, звук должен быть, смотри, вот такой, понимаешь? Да, вот такой должен быть. Что за насилие у нас здесь? Мне жалко ее фото, серьезно. Ну это не эротический массаж. Массаж — это когда человек кайфует, лежит, и никогда ему пиздят по жопе. Да? Тебе сейчас приятно? Ну все. Давай, у тебя еще 25 секунд. Мне кажется, я ее бью, ей не больно, а моя рука просто немеет. У тебя еще 20 секунд. Да, 20 секунд страстного массажа, без пиздила. Расскажи о своих впечатлениях. Тебе приятно? Да, я крайне возбуждена, что делать? Вау! Окей, это неожиданное, неожиданное. Мне кажется, у нас после этого автопати будет. 3, 2, 1, было! Все, молодцы, девочки! Умнички, можете присаживаться. Супер. Ну что, кто там у нас следующий должен крутить бутылочку? Мальчик, у нас следующий крутит бутылочку. Мальчик, мальчик. Ага. Нужно мальчика выпадет. Главное, чтобы мальчик не попался, главное. Ну, тут больше девочек, чем мальчиков, так что риск небольшой. Ну, да, всего трое мальчиков. Поехали. Три мальчика. Крутим. Да нет! Риск большой. Братан, бери задание. Ну или сосаемся. Сосаемся. А ты вообще смог бы поцеловать парня? Ну, в теории, да. А ты бы смог поцеловать парня, Ваня? Ну, чисто вот. Задание бери. Можно. Бери задание. Да, я бегу к заданию. Давай. Итак, твое задание в третьем туре. Как это вообще звучит? Ну, разбить свой телефон или часы. Да. Чего? О, что? Разбить свой телефон или часы. Потом нет, в этом и смысл задания. Ну, то есть обычно мы не, ну, у нас правило, ты не можешь вернуться к поцелую. В данном случае, так как задание действительно довольно, ну, дорогостоящее, то ты можешь поцеловать. Да, слушай, это всего 10 секунд твоей жизни. Может, просто еще два задания. Как вам такое? Два задания еще вытягиваем. Два задания? Да, два задания. А если там в одном задании будет поцеловать парня? Пиздец! Тогда ты не откажешься? Но поцеловать-то не 10 секунд. Там может быть написано в засос 5 секунд. Хорошо, давай, два задания. Ты не откажешься? А тогда ты выполняешь эти задания? Тебе сейчас дают два задания? Не откажусь, хорошо. Не откажешься? Не откажусь. Даже если будет поцеловать парня? Да. Вот что такое азарт, ребята. Давай. Блять, можно было бы два, сука. Итак, ладно, стоп, у тебя еще есть шанс, задание. Поцелуй не 10 секунд, а 5. Два задания. Окей. Плюнуть в стакан 3 раза и выпить. Стой, давай поучись. Давай, давай. Брат, мы это дома каждый день делаем. Стакан 3 раза. Хорошо, давайте, несите стакан воды. Ну, это в студию. Лайтово, ты выполняешь? Окей, да, я выполняю. Второе. Хорошо. Второе задание сейчас узнаем после выполнения. Ну, давайте. Поехали. Раз. Так посмачнее. Уже давай, три, давай посмачнее было. Прям. Два. Ну это какая-то ерунда. Ну это не харчок. 4. Окей. Плевок. Хорошо, плевок был, выпивает. Окей, фу. Было. Выполнено задание второе, произносит Лиана. Итак, смотри. Пожевать жвачки всех участников в течение тура. В смысле? Ты можешь откусить да половинку, нет, и половинку дай другому. Половинку мне. В смысле? Так. А жуй. Жуй жвачку. Держите дальше. Напополам. Тоже половинку. И последнее. Я не знаю, как вам поделить на три, может быть, одну. Тут их было правда. Без слюней. Просто жвачку. Уже поздно, брат. Не, аккуратненько. Ладно. Давай, держи. Так, и последняя жвачка. И на три как-то. Добрые девочки. Все, жуем буквально 5 секунд, ребят. Раз, нет, два. Нет, ну пусть немножко пожуют. Пожуют. Подольше. Там можно остатки пищи, знаете. Нет, 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 давай вот. Давай. Не, типа мы просто туда сбросим, но мы же будем тебе прям бросить. Давай не знаю, да? А как? А давай ты изо рта у каждого заберешь. Я вот тоже поехал это подумать. Давай. Но парни вот так зубами передадут. Давай, давай начнем. Давай начнем. Вот так передашь, реально. Давай, да, давай, давай, справа. Давай. Давай ты рукой возьмешь. Молодец. Раз. Два. Три.
4. Аккуратно. 5. Ну ты же законтачился, просто, блядь, все. Бедные парни, господи. Нормально, прям вот. Может, я просто плюну в рот? Конечно, вот так. А я вот так поймаю. Ну, давай. Давай, аккуратненько. Ну, давай. Давай. Ну, давай, нормально. Ну, давайте, если сопротивляйтесь. Побольше. Губами, губы растопыри, прям типа... Вот так вот. Чел, ну, нет, ну, давай. Давайте резче. Я пытаюсь. Понять самое. Растяни ее. Как ты даешь пачку другому человеку? Блин, растяни. Если он палец. Нормально. Давай. Давайте зубами. Прикол изо рта. Все. Все, молодец. И последний. Что это было? Это было все. А, последний? Все. Что, я не бедр? Окей. О, господи, это было. Молодец, ты выполнил задание. Ты огромный. Прям молодец. Круто. Ну и на этом, ребятки, прекраснейшем, столь офигенном моменте у нас заканчивается третий тур. И только вам решать в комментариях, кто победитель. Поэтому пишите ниже в комментариях, что и жесткие задания для таких же третьих туров для последующих выпусков, ну и, соответственно, кто должен победить. Мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели этот выпуск до самого конца. Только вам решать. Все ссылочки на наши инстаграмы, на инстаграмы ребят ниже в описании вы найдете 100%. Поэтому решите, можете изучить их инстаграмы, соответственно, перед этим как бы подумать. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была Лианочка и Кариночка. Да. Всем пока. Пока-пока. Алло. Привет, мамуль. Слушай, вынужден тебя расстроить, я расстался с парнем, больше я не гей. Вот, как-то так. Артёш? Да. Хочешь выгореть? Мам, короче, это была шутка, вот, так надо было просто сделать, правда. Поверь, с меня что-нибудь вкусное сегодня. И порядок купить. Окей? Ты что такая расстроенная? Нет. А что ты расстроена? Ты расстроила, что я не гей или что? Не знаю. Я расстроилась, что ты такой дурак. Мам, ну как я могу быть геем? Ну вот как? Как? У меня такая прекрасная бывшая есть. Чё мне на ту сторону тут перематываться? Ладно, шутка затянулась. Все, давай, короче, пока вам будет до вечера. Давай. Она реально расстроилась, он такой, ну давай пока, ты чувак, может быть она хочет, чтобы ты был геем? Да, может быть она реально была к этому готова. А ты ее разочаровал теперь, она такая, да, конечно, сегодня, приходите на знакомство. А вдруг она наоборот хотела, чтобы у нее родился сын геем? Ну пиздец, кто пойдет трахаться со мной сейчас, парни? Вань. Не надо маму расстраивать. Вы уже жвачку передавали. Он, который до сих пор жует, кстати, блядь. Я верю в тебя. Это очень жестко. Я считаю, это круто. Нормально.